Я еще раз хочу повторить. В разное время у меня были разные мысли по этому поводу. Но я понимаю, сегодня по-другому идти. Мы надеемся. Буду баллотироваться на должность президента России. Вам спасибо. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Понять не имею, но я бы на его месте, наверное, отдохнул больше. Там здоровье потянул. 70 лет человеку. Я считаю, что лучшей кандидатуры, чтобы президентом вновь у нас стал Владимир Владимирович Путин, не представляю себе. Я буду голосовать только за его кандидатуру. Они плечом к плечу защищают общую. Отличались.